Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон OnePlus 7T. И сейчас я вам покажу, как на этом прекрасном устройстве включить раздачу интернета, то есть раздачу Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, Portable Hotspot. Как хотите, так называйте, но я это называю раздачу Wi-Fi. Знаете, когда говорят, братан, раздай Wi-Fi. Ну вот, в принципе, это и делают. Итак, открываем меню и переходим в приложение «Настройки». Да, мы окажемся здесь, вот самый верх, где дрова. Итак, что же нам нужно сделать? А нам нужно выбрать самый первый пункт Wi-Fi и интернет. Здесь четвертый сверху пункт. Боже, я лампу ударил. Четвертый сверху пункт. Точка доступа и модем. Вот видите, отключено. Нажимаем. Точка доступа и модем. Итак, точка доступа Wi-Fi. То, что нам не нужно. Мы не включаем сейчас Bluetooth модем. Мы сейчас включаем точка доступа Wi-Fi. И нажимаем на кнопочку, ну, на этот ползуночек, не знаю, фейдер, как он называется. Ползуночек, наверное, ну, не знаю, короче. И включено. Отлично. В принципе, мы включили, и вы уже можете выключать это видео. Но я вам покажу, что здесь можно сделать еще. Во-первых, вы можете изменить тип защиты. Точнее, вы можете включить защиту VPA2, либо же выключить защиту вообще. То есть защита, я думаю, вы знаете, что такое защита. Короче, пароль, с паролем или без пароля. В общем-то, также можете изменить название сети. Пусть будет OnePlus. Заметьте, русские буквы нельзя вписывать. Поэтому, если я хочу написать рулит, тогда мне придется комбинировать, скажем так. Рулит. Правильно? OnePlus рулит. Нажимаем ОК и смотрим. Мы создали сеть OnePlus Rulet. Также можно изменить пароль этой сети. Да, он у нас такой стандартный, какой-то рандомный, скажем так. Но есть хорошая новость. Поскольку OnePlus уже современный телефон, плюс телефон китайский, остальные китайские телефоны, их уйма, могут к этому... Короче, что мне говорить? Я могу показать. Видите, здесь такой значок QR-кода. Нажимаем на него, и мы видим, скажем так, экран «Поделиться точкой доступа». Итак, что же нужно сделать, чтобы этой самой точкой доступа поделиться? А я вам сейчас расскажу. Чтобы поделиться точкой доступа, сейчас вам нужно взять на своем другом телефоне, какой бы он там ни был, допустим, у меня Huawei, я захожу в сканер QR-кода, вот у меня в камере находится, взять, открыть сканер QR-кода, и сосканировать его. Отлично, телефон сосканировал и увидел, что есть имя сети. OnePlus рулит. Защита VPA. Нажимаю подключить. 5, 4, 3, 2, 1. Подключено. Мой телефон уже подключился к сети OnePlus рулит. Так это или нет, проверить можно вот здесь. По-моему, подключен диспетчер устройств. Да, вот. Я вижу, что подключился телефон Huawei Mate 20 Pro. Такой-то, такой-то. При большом желании могу его отключить. Вот, видите, все, на моем телефоне выбило. И я опять подключился к Wi-Fi Hard Reset Info. То есть от OnePlus рулит, я отключен, я как бы, так сказать, в черном списке. На 5 минут автоматически отключать точки доступа через 5 минут, если не подсоединяется ни одно устройство. Ага, это же немного другое. Точки доступа через 5 минут. Но все же, я сейчас как бы в черном списке на устройстве OnePlus 7T Pro. И если вам это видео понравилось, если информация, которую я вам подал в этом видосике, полезна для вас, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. До встречи!